Вы знаете, меня часто спрашивают, ты дебил или да? На что я отвечаю? Я не отвечаю, отвечает мой лучший друг. И пока он будет отвечать, я, пожалуй, пойду пожарю себе борщ. Удачи. Иди давай, говори. Хорошо, я уже иду. Здравствуйте. Как у вас дела? Ну ладно, ближе к делу. Дело в том, что пару лет назад тараканы в моей голове совершили революцию. И с тех пор я выкладываю еду в Инстаграм и иду свой личный видеоблог. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. А Так, я все, пока... объясни, иди отсюда теперь. Хорошо, я уже иду, иду. Вы знаете, я тут недавно гулял по просторам интернета и наткнулся на очень интересное видео и понял, что, мне кажется, нам стоит посмотреть на него вместе и попытаться пошутить. Мои первые месячные начались, соответственно, недавно, приблизительно месяцев 8 назад. А ты что? А я плойку недавно купил, представляешь? Нам же просто необходимо обмениваться ненужной информацией. Я думаю, необходимо делать обзор на каждую вещь, которую я покупаю, скорее всего. Да. Правда, честно говоря, я даже не знаю, что это такое. Ну ничего, разберемся. Я очень паршиво себя чувствовала в тот день. И мне было очень плохо, болела голова и живот. В то же время мне было очень радостно, так как сегодня было день рождения моей лучшей подружки, и я собиралась к ней, соответственно, чтобы подготовиться к ней. Блять. Ну, типа, я все починил. После этого я позвонила маме и спросила, где лежат прокладки. Первыми моими прокладками были Натурелла на 4 капельки. Натурелла на 4 капельки. Ссылка в описании. Я хер знает, что это такое. Ну, все равно, пускай будут. Ночными я пользуюсь также Натурелла на 7 капель, а ежедневки у меня Натурелла на 2 капельки. Вы знаете, я никого не хочу оскорблять, особенно эту милую, замечательную девочку. Но я думаю, что, скорее всего, она выложила это в сеть осознанно, да. Да. Ты как думаешь? Я объеду. Да, лучше бы ты заткнулся. Идиот, что я могу сказать? Мне просто интересно, вот я представил, а что, если бы я рассказал, ну, может быть, так и стоит поступить, рассказать что-то интимное, например, как первый раз я занялся онанизмом. Надо попробовать серьезное лицо сделать. Мне тогда было 5 лет. Хули я плачу, все нормально, что. Тогда мне было всего лишь 5 лет. Фига я буйвол, да? Я включил телевизор без маминого разрешения, потому что ее дома не было. И увидел, как трахаются дядя с тетей. Ну, на самом деле, я тогда думал, почему они стонут. И меня возбудили эти звуки. Я не знал, что делать, мне было очень страшно. Я побежал в туалет, но ничего не смог с собой сделать. Он по-прежнему стоял. Я вообще не знаю, зачем я побежал в туалет. После чего я отправился на помощь. Точнее, я отправился за помощью. Побежал к соседям. Я подбежал к их двери, начал стучать. Неважно, чем я начал стучать, но я начал стучать. Они открыли дверь. В итоге через месяц они уехали, покинули квартиру. Я побежал к другим соседям по другим этажам. После этого я... Блять, вы только представьте эту ситуацию. Пятилетний пацан бегает со стояком по подъезду, орет: «Помогите! У меня там что-то, да, вот внизу». Мне было бы очень страшно. И, возможно, вы меня спросите, а что будет, если в этом возрасте, ну вот во время стояка... Начнуть. Я вам отвечу вот что. Ну, как бы можно, только ничего не выйдет. Холостые. То есть, ну, как бы, нет. То есть нет, ну вы поняли. У меня было даже пособие, называлось оно «Пособие юного онаниста. Начать и конец». Вот сейчас я вам покажу, мне даже она где-то здесь была недалеко. Ах да, вот она, этот небольшая брошюрочка такая. Вот здесь все очень подробно и понятно написано. Автор этой книги, видимо, писал прямо из своей палаты в дурдоме. Ну а как еще? Кстати говоря, он повесился не так давно, несколько лет назад. Повесился он за ноги, так он провисел сутки. Кровь прилила к голове и случился инсульт. Неудачник по жизни, короче говоря. А здесь на первой странице сказано, значит, примите удобное положение для вас, возьмите оборудование в подходящую руку. Член. Далее написаны, указаны ссылки, они есть в начале, в конце и, в принципе, будут встречаться
в течение всей книги, да, ссылки на какие-то XXL-евские сайты. Здесь написано, что перед тем, как взять оборудование, вам необходимо перейти на эти сайты, соответственно, да, ну, видимо, драйвера скачать, как говорится, да, чтобы, тут так и написано, чтобы лучше шло. Вот, чтобы начало было лучше и конец тоже эффективней. Собственно, прочитав эту книгу, я ничего нового не узнал. Все было мне известно. Это вам не вполне хватает. Но я считаю, что для меня очень неудобными являются ночные прокладки, так как они длинные. И будьте к этому готовы. Это была вся история моих первых месячных. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Мне все очень понравилось. Я даже записал на свой блокнотик. Да. А тебе понравилось? Ну, я в ней все равно жду. Да. Не обращайте внимания, он просто дебил. Если да, тогда напишите в комментариях, хотите ли, чтобы я и дальше снимала для вас видео. И надеюсь, что вам понравилось. Ребят, вы ничего плохого не подумайте. Я не педофил, но мне очень понравилось это видео, конечно же. Все современные средства массовой информации иногда так пугают меня. Вот живешь ты в своем городе, ну да, там бывает, ну, воду отключили, позвонил, сказал, вы что, охерели, да, я там плачу и все такое. Или там, например, ну, человек на пешеходном переходе сбили, тоже ужасно. Ну, всякое бывает. Сколько людей помирает там от этого, да? Вот говорят, что типа сейчас технологии дошли до того, что вот буквально в течение за 5 минут ты можешь узнать, что случилось на другом конце света. А мне кажется, это вообще не очень круто. Я, например, да, захожу почитать новости. Что я вижу? Бабка съела студента, которого подселила к себе на квартиру. Ёб твою мать, думаю, чего? Или был случай, не знаю, фейковый или нет, правда, очень давно тоже. Парень умер от того, что анонировал всю ночь. Совершил 40 с лишним эякуляций и умер от обезвоживания. Чего? И думаешь, блин, ну я надеюсь, что это все фейк, конечно. Да. Всем спасибо, я очень рад, что вы посмотрели это до конца, либо зачем-то перелистнули в самый конец, не знаю зачем, да, ну, в общем, в любом случае, всем удачи, всем пока.